Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Мы осуществляем не только научно-практическую деятельность, оказывая услуги, предлагая различного рода методики, тесты, опросники и так далее. Мы еще занимаемся, у нас есть лицензия образовательную деятельность осуществляем. В данном случае на ваших экранах открыт договор по обучению. Его можно скачать, соответственно, договор дистанционного обучения через сеть интернет, и он предполагает обучение, переквалификацию по методам, методологиям, методикам, программным средствам и так далее. Мы обучаем с помощью Viber, Skype, WhatsApp и так далее, ну, индивидуально обговариваем. Как правило, это Viber, это наиболее, на наш взгляд, удобная программа, но это не принципиально. Соответственно, тут изложена краткая программа обучающего нашего курса, нормативно-правовые организационные основы деятельности психологов, актуальные вопросы медицинской, клинической психологии, вопросы промышленной психологии. Курс в общей сложности рассчитан на 40 часов. Так примерно выглядит сертификат, который мы оформляем, и он еще со вкладочкой идет. Там прописано количество часов по этому самому курсу. То есть мы не работаем, в принципе, можно, почему бы нет, сработать с физическими, частными лицами, ради бога, пожалуйста. Значит, но тем не менее, в большинстве случаев, по крайней мере, те случаи, которые у нас были, они именно между юридическими лицами. То есть мы заключали договор с медицинскими организациями, промышленными организациями по вопросам культуры безопасности человеческого фактора. Тоже заключали такие договора обучающие. Но в большей степени это, конечно, понятно. Это вопросы медицинской, клинической психологии, психофизиологии. Рассказываем и показываем подробно. То есть, как правило, это начинается учеба там в течение 2 недель, она длится. Соответственно, с 9 ориентировочно до часу дня мы проводим вот такие обучающие курсы. Садимся, веб-камера, значит, демонстрируются какие-то материалы. Мы делимся какими-то материалами, мы совершенно не жадные. То есть, собственно, делимся с нашими коллегами методиками, какими-то нормативно-организационными документами, методичками, методологией работы нашей лаборатории с опытом работы более чем 20 лет. Собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!